Произошедшее лобовое столкновение автомобиля буквально парализовало транспортное сообщение. Водитель «Тойоты» пояснил, что переднее колесо его машины за доли секунды вышло из строя. Потеряв управление, массивный транспорт вывернул на встречку. Как утверждает рулевой «Тойоты», от дороги его ничего не отвлекало. Но с какой именно скоростью двигалась «Тойота», водитель не смог пояснить нашей съемочной группе. На обочине сяду, в кювет улечу, ну, чтобы машину не задеть. И он пошел тоже мне навстречу, тоже начал встречать на обочине. И вот мы встретились, видите, он уходил на обочину, и я уходил на обочину. То есть, если бы я не ходил на обочину, не пытался уйти от столкновения, я бы мог сесть и столько еще и грузовик зацепить. Автомобильное движение в районе Северной Дамбы сегодня затруднено. Основная и трагическая причина – это дорожно-транспортное происшествие, которое произошло именно здесь. Лобовое столкновение Toyota Charger и Mazda Demio. Как поясняют очевидцы, у Toyota случилось небольшое происшествие, возможно, связанное с колесом. Именно поэтому произошло дорожно-транспортное происшествие, которое унесло одну жизнь. А в других подробностях мы расскажем в наших социальных сетях в эфире нашего телеканала.